До этого рост цены был отмечен на 92-ю марку бензина. В Красноярске литр этого топлива сейчас стоит 27,40. В Хакасии примерно такая же стоимость. Сейчас в цене поднялись 95-й и 98-й. Повышение ценника автозаправщики связывают с ростом тарифов на оптовые закупки. При этом представители топливных компаний почти в один голос заявляют: цена на всю линейку топлива будет расти и дальше.